и заслышав голосок, припомню я забытое свидание. Три черточки березовый мосток на тихою речушкой без названия. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне. Как дорог край березовый малиновой заре. Как дорог край березовый малиновой заре. А волны шли неведомо куда, камушки у берега качали. Упела нам малиновка тогда о том, о чем напрасно молчали. Прошу тебя, сейчас розовый, напой тихонько мне. Ушла из сердца боль, исчезла речка, вдаль умчалась юность. Но песня словно первая любовь, малиновка опять ко мне вернулась. Прошу тебя, в час розовый, напой тихонько мне. В малиновой заре. Весна, да? Птички, бабочки. Самая трогательная сцена, которую я видел на программе «Две звезды», это бужор, стоящий перед сценой у зеркала, пытавшийся примерить парик. И он стоял уже в этом парике. Чуть не выперся в нем, а? Дмитрий, мне сказали, что это ваш парик. Действительно, мой парик? Вы как-то более гармонично просто так смотрите. Я между вами. Вы решили шок людей не вводить. Ты опять 60 сантиметров надела, а? Нет, 16 все те же. Всего 16, да? Просто многие могут подумать, что я маленького роста. Я уже боюсь гранд-батман делать над твоей головой. На всякий случай. Ты можешь над моей головой махать любой часть тела. Я тебе скажу, что мы с Бужором тоже очень хорошо бы смотрелись, а? Да, конечно. Ну, смотри, а, какая. Давай, про малиновку запивай, а? Ну-ка, давай, давай, малинов. Настя, присоединяйся к нам. Спасибо вам большое. Господа, прошу, Михаил Сергеевич, ну давайте, да. Я этот прекрасный дуэт без вашей подтанцовки я уже не воспринимаю. Должен признаться, что все смелее и смелее заявляют о себе участники конкурса. Что приятно, что они действительно доказали, что они не рвутся вверх по лестнице, и их не волнуют оценки, которые выставляют жюри. Поэтому я поставлю самую такую среднюю оценку, 10 баллов за то, что они участвуют от души смело. Спасибо, а с вами, Михаил Сергеевич, спасибо. На самом деле это 10. Спасибо. Валентин Юдашкин. Мне очень понравился дуэт. Я ждал, кто засвистит, потому что в оригинальной песне Настя должна была, может быть, там чуть-чуть на дудочке посвистеть. Вот. У Методия видите, это лучше этого получилось. Не хватало, да. Но почему у Методия были сапоги, то ли он где в них ходил? Вот ты мне объясни, работа. Откуда? Авторская это... работа. Кто автор? Дайте автора. Гримеры, которые сегодня меня одели. Ну, они же за лицо отвечают, а не за ноги. Методия Бужор – единственный человек на проекте, костюмеры, за одежду которого отвечают гримеры. А-а-а. Зато за лицо, да. Анастасии у нас отвечают костюмеры. Но
Настя. Нет, нет вовсе. Настя, вы знаете, грим для уродов, а репетиции для бездарей. Анастасия, ты потрясающе пела. Сегодня был дуэт. Ты чувствовала партнера. Ты купалась, а он чувствовал уже в пении. Меня. Да, это вторая часть вашего балета. Поэтому 10. Елена Образцова. Я хочу сказать, что сегодня тоже я впервые услышала, что Настя, может быть, и запоет когда-нибудь. И сегодня я услышала ее голос. Надежда есть, да? Да, да, спасибо, Настя, как ни странно. Ну, так вот, я нарочно так тяну время, чтобы понервничали трудящиеся. Но я ставлю сегодня 10. Это невероятно просто. Знаете, мне кажется, мы сейчас в Книгу рекорда Гиннесса попадем. Во-первых, мне очень понравился. Я не знаю, как так у них получилось, но это получилось такой здоровый кич, потому что вот Методия, одетый, я не знаю, в какой-то костюм швейцара-альпийского крестьянина. Так и есть, так и да. есть. Русский. И, значит, и абсолютно чисто русская женщина, вот прям, которая вышла прямо вот из села, вот с коромыслом. Если бы еще в конце какие-нибудь рокеры выскочили и вот прям трэш такой забабахали, ну, это было бы тогда, я не знаю, сколько было бы. А еще во втором куплете они первый раз в жизни спели терцию. Реально. И поэтому 10 баллов. Обалдеть, а? Ну, ребята, а? Во, вы шуруете, а? Ну что же, братцы, подождите, прекратите общаться, брейк. О май гад, надо кричать. Чуть глаз у вас 40 баллов, вы помните про это? Мы в шоке, поэтому мы не знаем, как обычно реагировать. Скажите мне, пожалуйста, что вы делали и чего вы не делали до этого, чтобы ты так запела, так раскрылась, и вы получили такие фантастические оценки? Потом мирились, подрались, потом спорили, мне делили строки. Так и должно строки. Быть в творческом союзе всегда. Непонимание творческое, но мы потом сошлись, мы нашли золотую середину, которая у каждого дуэта должна быть. Вы стали репетировать по отдельности. И это сработало. Прошу тебя. В час розовый напой тихонько мне, как дорог край березовый малиновой заре. Волочкова поет акапелло. Чтобы дополнить образ австрийского швейцара в унтах, а принесли все-таки мочалку, да. Сделай мне, покажи, как ты стоял и плакал, глядя на себя. Проводивай как есть. Давай. Yes! Опа! Круто! Спасибо! Бесподобно! Спасибо вам большое. Спасибо. И знаете, судьи, спасибо вам, потому что, вы знаете, я вот лично хотела вас поблагодарить за то, что вы действительно вот сейчас дали какую-то надежду, потому что мне так тяжело участвовать в этом проекте. Ты ну, моя просто хорошая. Невыносимо. И я знаю, что Настя. Если есть надежда, то в жизни можно достичь всего чего угодно. Не плачь. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо большое, так держать. Это шоу «Две звезды» на Первом канале. Мы скоро продолжим.